Всем привет! С вами Хвост Ньюс, и сегодня мы поговорим о том, как музыка влияет на ваших домашних любимцев. Реакция собак на музыку зависит от величины породы. В 2012 году в университете штата Колорадо исследовали поведение 117 собак, которым включали музыку разных жанров. Оказалось, что классика позволяет собакам расслабиться, а вот металл провоцирует нервозность. А еще выяснилось, что реакция на музыку разных пород зависит от их величины. Чем крупнее собака, тем ее реакция ближе к человеческой. Если собака воет под музыку, то она ей по душе. Наверняка вы видели, как собаки даже подпевают понравившейся композиции. Завывание собаки под музыку доставляет ей радость. Если музыка ей не нравится, собака демонстративно встает и уходит. А еще собаки чувствительны к громким звукам, поэтому не стоит слушать музыку на полную мощность, если рядом находится четвероногий друг. Помните об этом, когда едете вместе в автомобиле. Музыку для кошек продают через интернет. Американский композитор Дэвид Тейе разработал музыку, содержащую частоты и ритмы, схожие с теми, на которых общаются кошки. Такая музыка пробуждает кошек проявлять интерес к динамику и даже тереться о него. Идея музыки для кошек оказалась настолько успешной, что авторы продают ее через интернет. Поэкспериментируйте сами, и вы можете увидеть, как ваши мурлыки, услышав мелодичную, приятную музыку, станут ласковее и начнут урчать. Птицы реагируют на музыку так же, как и человек. Вы знали, что попугаи обладают отличным чувством ритма? В ходе ряда экспериментов с попугаями было установлено, что эти умные птицы имеют разные музыкальные вкусы. Кто-то предпочитает ритмичную музыку, а кто-то – мелодичные классические композиции. Кроме того, попугаи умеют отлично двигаться в такт мелодии. Рыбы могут различать звуки музыки. В 2013 году были опубликованы результаты исследования, согласно которому оказалось, что золотые рыбки могут различать музыку разных композиторов. Для экспериментов ученые использовали музыку Стравинского и Баха. Рыбкам давали корм, когда звучала музыка выбранного композитора. Выяснилось, что рыбки не обращали внимания на корм, если при этом звучала музыка, которой их не приучили. Как вы поняли, музыкальные пристрастия наших питомцев различны, как характеры и вкусы. Полностью понять любимца сможете только вы сами. Будьте внимательны к нему, тогда споете или станцуете с ним на одной волне. С вами был Хвост Ньюс. До скорых встреч!